Встань. Уже было сказано о том, что на наших соревнованиях прибавляется олимпийских чемпионов. И сейчас я вам представляю одного из замечательных борцов России, олимпийского чемпиона. Он еще, кроме золотой медали Олимпиады, завоевывал серебряную медаль Олимпиады. Дважды становился чемпионом мира и 6 раз чемпионом Европы. Это Давид Владимирович Мосульбек. В настоящее время директор училища олимпийского резерва номер 1, где мы с вами находимся. Двигайся! Победу с явным техническим превосходством одержала Волк Виктория, Белоруссия.